мошенник. Я узнал об этом недавно. Я просто беру винтовку свою, штык-нож наточен, вставляю его в специальное отверстие, и патроны из моего сейфа, моего отца сейфа. И я иду по улице, никто не видит мое оружие, оно не одно. Я захожу к своим старым друзьям, они давно уже лет, как больше, как 10 лет бросили меня. Стрельба. Он подбегает, пытается схватить ствол и вырвать из меня из рук, но штык-нож режет его руки насквозь и приткалывает его сердце и ее. И я сменяю магазин патронов. Пока я меняю магазин патронов, подбегают, чтобы вырвать оружие, но я... У меня есть запасное кое-кое-кое, не будем говорить. И еще третье кое-какое, не будем говорить. Ты кинул меня на деньги, ты мошенник, я инвалид. Специально другой смеялся надо мной, над моей шизофренией. Но я не слышу голоса, я один, у меня нет друзей, нету девушки, никогда не будет ничего. Мои картины мама считает мусором, родители мои считают мусором. Хранятся они все в гнилом гараже. Здесь был господин, здесь был мистер Никто. Господин.